В выходные СМИ облетела новость. Дмитрий Маликов во второй раз стал отцом. Музыкант и его жена теперь родители еще и мальчика. Правда, для появления на свет наследника Дмитрий и Елена прибегли к услугам суррогатного материнства. Малыш появился 24 января в одной из элитных клиник Санкт-Петербурга. Сам Маликов подтвердил эту информацию лишь сегодня, в свой 48-й день рождения. Артист выложил видео, на котором подводит итоги 2017 года и дополнил: «Тогда еще не произошло главное событие прошедшего года моей жизни, а именно рождение сына. А теперь оно случилось, и я абсолютно счастлив». Согласитесь, приятный подарок.